В Ленинградской области бородатый водитель маршрутки вступил в перепалку с пассажирами. Видео конфликта появилось в социальных сетях. Неизвестно, что стало поводом для агрессии, но накал страстей чуть не довел участников до драки. По данным, инцидент произошел в маршрутке 565 Кировск, метро Дыбенко. Дальше нет никакого. Смысле нас пустились? Вы водители уважать должны подходить. Эй, рот закрой, сиди, понял? Нормально. Ты мекаешь на меня, а? Я вообще бухаю. Экает. Ты на работе находишься или это нет? Не твое дело, понял? Ты так сидишь, ложи рот, дело. Закрой, сиди. Я тебе деньги плачу. И что ты мне 74 заплатил? Так ты можешь разница, оскорблять меня, это? Что ли? Я тебя оскорбляю. Прекратите, вы что, вообще с ума сошли? Мужчина, ради бога, отцепитесь от него. Нормальный такой. Эй, рот закрой я по-хорошему, а я тебя прошу еще раз. По-человечески тебя прошу.